Главное, Да. сразу какую-то рамку выбрасывает. Ну, видно, нет? А как вам меня? Хорошо. Ну, видно, а вам меня видно? Видно, хорошо видно. Да? Ну, слава Богу. Можно начинать? Давай, говори, что хотел. Я слушаю. Игнатий Тихонович, некоторое время назад... Вы слышите меня? Я слушаю вас. Сейчас. Слышите? Да. Некоторое время назад я встретил ролик, который вышел на неком оригинальном телеканале. Называется он «Час миссионера». Но там, видимо, забыли за одно слово вставить «Час против миссионеров», потому что она была направлена против вас, против миссионерской деятельности. Были некие обвинения в лапкачине, в частности, некие сибирские священники, бывшие баптисты из Америки, вот, видимо, организовали некоторую кампанию, направленную на некое разоблачение, возьмем это слово в кавычки, вашей деятельности. Более того, мы знаем, этот сибирский священник начал с того, когда при первом знакомстве пытался вас отвлечить, потом установился некий мир и даже такое очень хорошее мирное содружество, были интересные беседы, и потом вновь, начиная с зимы, эта кампания усиливалась. Почему вот такое вот резкое контрастное изменение позиции этого священника и человека, который называется бывшим баптистом? Вот такой вопрос. С чем это связано? Ну, надо узнать сначала, как ответить на 4 вопроса. Кто сказал? Когда сказал? Кому сказал, с какой целью. И вот тогда мы поймем, что какой ответ будет. Кто это сказал? Сказал человек, неканонически поставленный священством, находящийся в системе сергианства, основанном на полном отречении от воли своей, на предательстве, трусость и корысть – главное качество. И главное это не то, что говорят каноны, тем более Библия какая-то. Что скажет архиерей, епископ в наличии? Если воины Яценецкие там перекрещивал, которые мощеные были, то это епископ сказал, это можно. Если которые турки крестили детей избавить от беснования, епископы признали собором, они не крещеные, хотя были с погружением, все, то это можно. Почему? А это епископы. То есть они не на соборы смотрят, а на наличие сегодняшнего человека. А если вы включите сейчас все, да то, что на фронте убивали, и все должны на 3 года отлучены быть, представьте, они пришли, мы их травмировать будем. То есть эти люди никакие. Они совершенно чуждые христианского духа. Почему они не считают слова, которые написаны в Слове Божьем, у святых отцов? Откуда они взяли эти поблажки? Ну почему было не пощадить Адама и Еву? А сегодня, а в чем я виноват? Я так не грешил. 100 миллиардов умерло. Протянули руки и сорвали. Это мерка Божия. Ну, захотели быть священниками, там, отделиться от церкви. Живьем в ад, чисто 16 глава. А они нет, придумали слово «экономия». Где они его выкопали? Все это выдумка, это построено совершенно новой организацией, не имеющей никакого основания на страницах Священного Писания, чтобы мирская власть диктовала, кого считать врагами. Пальцем ткнули, и кого арестовывали тогда от митрополита Сергия с 27-го года. Мгновенно патриархия реагировала однозначно. Это враги. Им сказали, ваши радости, наши радости. Мы арестовали, посадили, мы его расстреляем через неделю, объявите его врагом. Они нарушали наши лояльные отношения с советской властью. Это я испытал на себе. Выступает священник Михаил, отец Михаил Скачков, и говорит те слова, которые я сейчас говорю. А дальше они наворачивают что угодно. Почему? Благодать покинула их. Вот даже взять последнее, что они там ролик сделали, ну, примерно 1 час 5 минут. Зарядите и посмотрите. И там говорит, вот они сняли за слово «блядь», сняли Степаненко Максима, а слово литературное, оно нет, незаконнорожденный, он называется выблядок. Просто открой словарь и посмотри. Там поднялись, как архиерей, сразу убрал его.
А на его кого? Самсонов. Там такой Самсон, отец Алексей. И вот он дальше говорит, мы еще раз здесь не знаю. Если бы верующим можно было смеяться, как неверующим, животы бы надорвали. Он говорит, это Мюнхгаузен в рясе. А нет, это Мюнхгаузена. У них ни страха, ни понятия о вере, ни то, что суд Божий будет. Я Игнатия знаю, я встречался с ним 2 раза. Никаких встреч не было, знать не знаю я его. Никак. Дальше. Я езжу на 2 УАЗиках. У меня ни одного не было, никогда я в УАЗике не ездил. Но это любой скажет, не было. Дальше. У меня программа протокольная везде. У меня протокольная, когда ставят особые фильмы, называют там такими возвышенными именами, там Златоустом, я бы по протоколу говорил, как Брежнев, и так, у, тан. Ну, никто в это и не поверить не может. Да и они говорят, это не для веры. И вот он сидит, прости Господи, он не говорит, он просто балаболит. И вот я заряжаю так, протокол, машина останавливается, и он слова все это наворачивает, 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 и никакого конца нету. То есть он неудержимый, это недержание речи называется. Вот он, Лапкин останавливается, их, у него с собой съемочная группа. Съемочная группа у меня вообще, понимаешь, нет, самый маленький снимаем, там меньше его уже не продается. Это съемочная группа, они выходят, подготавливают, я вроде как патриарх, то есть, и он говорит это в эфире, сидит этот Алексей-то. Ну, никакого страха нет, что я могу сказать-то? Ну, съемочная группа, назови, покажи, сними ее хотя бы 1 раз, это можно было показать. Ну, ладно, ну, имею я право на УАЗике ездить. Даже если предположим, что он прав был. Ну и что? Речь-то идет не обо мне. Им надо показать. Поражу пастыря, рассеются овцы. Он прекрасно, сатана знает. И вот эти друзья, они, я их называю как 2 чертика из табакерки, выскочили. 2 бесноватые гадаринских. Вот я сравнение делаю. И вот они вокруг меня, вокруг моей колокольни подвизгивают, бегают. А я встал сегодня нормально. Позавтракал нормально, пошел поработал, землю копаю, долблю киркой, ломом, строим там. Они нигде ничего не делают. Им главное, чтобы никто не пошел куда-то, тем более внутри. Я-то бью по своей системе, что не нужна торговля. Надо с людьми заниматься, а ему деньги, деньги, деньги. Корысть и трусость. Он сидит и дрожит. Сейчас у нас тут было такое. Епископ Евтихий собрался, я вставку делаю. И Максим. Максим Дмитриев, а Евтихий – это Курочкин. Ну и батюшка и отец Аким говорит, ну как дружить-то? Вот вчера, говорит, в интернете мне показывают. Потеряевская община, она руководится демонами. Это демоническая группа, сатанинская. Максим сразу, да вы что? А сидим в епархии за столом. Ну, пожалуйста, вы откройте Горно-Алтайск, и там называют его фамилия Георгий. К утру уже ничего нету, все стерто. Все. То есть, все уже нормально, давай обниматься будем. Сказали обниматься, он подходит и целуется. То есть, по мирским даже меркам, советская власть никогда таких не уважала. Они знали, раз предал однажды, а почему не предать 2-3? Вот он написал, где-то видел демона? Нет. Почему? А это великая честь, когда тебе приписывает то же, что моему спасителю Иисусу Христу. Силой князя бесовского Вельзевула. И вот эту власть, которую Бог дает мне над грешниками, что они слушают, обращаются, каются, им надо показать, это нечистая сила делает. Это ему сатана дает знание Библии. Когда я стал каноны наизусть считать, так вы их наизусть знаете, да, это сатана ему дает знание канонов. То есть я, мне разговаривать-то не с кем, возражать-то некому. И вот дальше Лапкин выходит, съемочная группа его снимает, передает второму. Ни первого, ни второго, ни группы. Вообще. Ну, даже если и так. Ну, какой тут грех, или я что-то нарушил? Нет. Дальше он подходит. Это он все говорит. Ну, как не подходить, если слово «я подошел». Поднимается по ступеням храма. Понимаете, поднимается. Я не птица, летать не умею. Понимаете, поднимается по ступеням храма. Это все в эфире говорит. Ну, кому непонятно, я зашел в храм. Нет, ему надо продлить слова, накрутить. Вот заходит, иногда к иконам прикладывается, а иногда нет. Это мои миссионерские поездки, когда бывает где-то. Ну, а дальше вот настоятель выходит, он подходит там к настоятелю, к священнику, договаривается с ним, с незнакомым я договариваюсь, а потом даю знак съемочной группы,
начинают снимать. И тогда мы выходим с ним под руку, и Лапкин простирает руку, там, может быть, халь кричит в виде благословения. Ну, где криминал-то, где? Он не останавливается. Он однажды взял его, сатана, за язык-то. Дух лжи при пророке Михея-то вошел в уста, он не вышел оттуда. Ну, что я могу сказать? В первую очередь, мы проехали не два, не три города, а 500. 500 с лишним. Начиная от Владивостока, порт Находка до Лиссабона. Турция, Скандинавия и Прибалтика. Нынче север. Ну, что-то значит это или нет? И мы едем мимо храмов. И каждый раз крестимся и молимся: Господи, защити нас от лютых волков, не щадящих стада. Мы по-другому не можем о них думать. Практически 99,9 относятся именно так, как мы молимся. Лютые, беспощадные волки. У нас было, мы приехали, это Большой Улуй, там священник. Зашли, никого нет. Повернулись, а он стоит за прилавком. Один, ни одного человека в храме нет. Вам что-то купить надо. Сам один священник, и никого больше нету. А потом сфотографировались, пошли на улицу, мы ему подарили книги, Евангелие, целую большую коробку, там, может быть, 200-300 Евангелий Новых Заветов-то. А что там, кого-то договариваться, снимать? И Лапкин говорит, и куда? Говорит, в видео. Только туда смотрю я, и это я говорю для этого. А потом мы, когда приезжаем домой, Потеряевские все хором повторяют, что он там говорил, заучивают мои фразы. Ну, это надо, ну, просто, да, человеком даже нельзя назвать. А он сидит в рясе, наушники, говорит, и я ему что могу возражать? Я могу только сказать, не веди нас в искушение. И каждое утро мы молимся: Господи, да прости ты им, не знают, что творят. Не знают. Сейчас только палец нажмет там это, сейчас они нашего архиерея тут это протравливают. Батюшку им надо свалить. Им надо развалить, чтобы под них подошли. Тогда они будут на коне на белом, и когда ногу нужно ему поставить в стремя, я буду наклоняться, он на меня будет наступать. Это так делали с побежденными царями. У меня этого нету. Мне нужды никакой нет. Я могу и склониться. Но только там, где это не во вред душе. А почему они так поднялись? Ну, все причины и не знаю. Дело в том, что тот и другой говорит, и я был им обольщен. Вот такая сила у Лапкина, что... А теперь ему надо показать, тот-то из баптистов, а этот запятнал себя здесь. И он говорит, если архиерей, что не так, он меня среди зимы выбросит на улицу с детьми. Хорошее мнение об архиерее. Это который священник-то. Но про того еще говорит засланец. Он понял, у баптистов истинное крещение, у баптистов истинное рукоположение. Это зачем же он пришел в православие, когда у баптистов все лучше нашего, кроме одного, что нет священства. И комментировать вообще нечего. Почему они меня не вызвали? Почему? Там уже в роликах-то дают. У них нечего ответить. Они, им заниматься надо день и ночь с собой. И только потом паствой. Они не знают ни Писания. Все время, вот сколько говорят, я посчитал, ну, может, туда-сюда маленько, 270-300 раз солгали в одном ролике. Сплошной лента, одна ложь. И это не обо мне совсем даже говорится, не обо мне. Если обо мне, они бы сказали, вот такой-то Лапкин, там-то был, то-то, то-то. Совершенно нету. Ни из биографии, ни из поведения, ни из слов, которые берет. Мои слова там берет где-то, я говорил о Кирилле-то. Ну ты их приведи, и пусть даст оправдание. Андрей Кураев не оправдывает, говорит, да, торговал патриарх табаком, торговал водкой и прочее. Ну, было время, надо было строить храмы и прочее. Что не сотрудник, что у него кличка не Михайлов. Ну, это никто не отрицает. Андрей Кураев это вилли в этом, в Литве служит Хризостом. Да, да, мы все имели подписку. А вы еще молчите-то, остальные-то. Один единственный принес покаяние. Мне нечего отвечать им. И они богохульники. Богохульники просто. Это для народа говорится. Люди меня не знают. А кто такой? Интересно, вначале они как только это организовали эту компанию, утравлю-то. И на форуме сразу на 100 человек больше посещаемость стала. Сразу. Любая антиреклама – это реклама. Люди заинтересовались. А из-за чего это не так? Как из-за чего? Делающий правду идет к свету. Делающий неправду ненавидит свет. Он ненавидит. Самый ненавистный человек для них тот, кто обличил их.
Почему Стефан говорит, кого из пророков не гнали отцы ваши? А Лапкин говорит с придыханием, и его адепты тоже стараются так ему подражать. То есть он просчитал про Виссариона, и сюда все это лепит. Но я ему что могу сказать? Это не обо мне речь-то идет. Никаких придыханий не было. Перед вами я не сюсюкал и не собираюсь. Я знаю истину, которую мне Бог открыл. А вот он, и Лапкин-то он у сектантов, там в собрании был, там покаялся, никогда в собрании не каялся. Мне дали Евангелие, я в доме был, в доме у Еремеевых-то. А они были в другой комнате-то. Я взял, через 5 минут все открылось. Наконец-то я нашел то, что искал. У меня Евангелия никогда в руках не было. А верил я с пеленок. И вот что бы они ни сказали, нет ни одного слова истины. Почему? Дух лжи. А с духом лжи какой разговор? Есть человек убийца и лжец. Это ему выпала такая планета. Это я мог быть на его месте. Как страшно подумать мне теперь, когда бы не ту открыл я дверь. Не той бы улицей прошел, Христа не встретил, не нашел. Я вот песню по-другому пропел бы. И у меня нет к ним слов, кроме сожаления и слез. И вот они говорят, слышат, а все-таки доходят, да, вот тут с Лапкиным я согласен, что надо учить. Вот тут я согласен. Вы слышали, о чем они говорят. Ну, надо бы крестить. Но вот такие трудные условия были в советское время. Там священник тихим голосом где-то считал, врет напропалую. Во время службы КГБшники стояли, и чтобы не услышали, а потом крапил и им говорил, вы покрещенные. Да брешет собака! Не было этого. Я сразу беру житие Тарасия 25 февраля, когда он умирал, патриарх. Демоны окружили его и говорят, вот ты сделал это, ты вот сделал это. А он говорит, пошли вы отсюда, все, вы лжете, ничего этого не было. И я говорю, святой Тарасий, моли Бога о нас, эти демоны меня окружили. Это награда моя. Я мирянин, я никакой, всего чтец, чего-то, значит, стою. И я всего этого добился своими руками. Своим усердием, трудом. Я не пробивался ни священники. Они лезут туда, а меня каждый архиерей хватает и тащит. Не выпущу, пока не будешь рукоположен. И в Америке, и здесь. Поехали, вы обязательно должны быть рукоположены. Я не нуждаюсь, это не мое. Это корыстолюбцы. Минутку, подожди. Он только прорвался туда сейчас. И что я на это могу отвечать? В первую очередь, вреда мне никакого нет, только одна жалость. Они никак ко мне не могут. Они приходили там, чтобы в университете я не преподавал, а ректор говорит, а почему мы им дадим аудиторию, пожалуйста? То есть это такая подлянка от них идет. И все это закулисно. И тут же увидели статья в «Алтайской правде», это наша губернская газета, про меня в самом положительном, возвышенном тоне. И они сразу мгновенно свернулись, и ничего нету опять. 3 года молчали, а потом начали опять клявить. Они не могут быть другими. Змеиный характер. Это змеи, порождение ехидны. Порождение. Их в пробирках КГБ выпаривали столько лет. Они друг от друга учатся. Нельзя крестить. Я уполномочен, Седешев Александр Петрович, участник Великой Отечественной войны, здесь уполномоченный по религиозным культам. Ну, я говорю, а почему вы не разрешаете крестить православных в полное погружение? Я? Никогда. Да мне хоть утопите их. Я говорю, а почему баптисты крестили? Ни одного облиянием в это же время. Сажали не за это, сажали другую какую-то причину. Адвентисты крестили, пятидесятники крестили. Крестили в полное погружение, и притом искали где-то...
природе все это, озеро или что-то. Редко когда, потому что здесь надо было строить баптистерий. И баптистерий в Москве был, прямо в Малоузовской 3, там крестили в полное погружение. У старообрядцев всех направлений, без поповцев, а это 50 разных названий, до единого, до и ни одного мощения, ни одного, ни разу, за 1000 лет. И все, что они говорят, все лгут, и все это оправдывают, я уверен, на 100%. Семинарии им нужны только для того, чтобы научиться оправдывать любое безумие, любое беззаконие. Но это все кончится. Они не поняли, что Бутово было забучено за что-то, за что царь погиб. Везде цензорами были, лезли. Это уже при дверях. Это поколение будет выжжено полностью. Богу это не угодно. Но перед тем, как этому быть, меня Бог восставил на это. Я должен им возвестить истину. А кто это говорит? Митрополит Сергий Старгородский. В трудные времена он выдвигает особых людей, наделенных не особой какой-то харизмой, а как глаз пророческий будет звучать. Я вам высылал эти материалы о нем. Все. Я прочитал, понял обо мне. Я не надуваюсь, а просто я считаю, это мое дыхание, моя жизнь. А у них что-то отнял? Нет. От патриархии увел людей? Нет. А почему? Потому что делающее зло ненавидит свет. Они не с баптистами не борются. А почему это нельзя конфессионально? А внутри они сгрызают друг друга. И вот теперь митрополит приезжает, служит. Не один раз встречаемся, беседуем. А нет, почему? Это он виноват. То есть они на него сейчас бьют. И последний раз я его встретились, когда я говорю, смотрите, владыка, чтобы заочно нас не разделили. Он говорит, уже пытается. И показал, стучат копытами. Вот они вылазят. Ну, я что могу сказать? Ничего в ответ не могу сказать. Им выпала такая участь. Это мог быть я. Но меня Бог избрал. Это он, Игнатий, говорит, он избранник. Так тогда он дал власть быть чадами Божьими и называть его отцом. Иоанна 1:12. Дал власть. Этой властью надо воспользоваться. Кого избрал, предопределил. Там, так что, не верите в это? Он искупление дал. Ясное дело, что мы его дети. Я какие слова сказал? Ну, крамольное. Или вел что-то новое, еретическое. То с Иссарионом сравнивает, то звенящие кедры, там, Анастасию, то еще что-то. То есть, что они слышали, они все лепят сюда. Особенно там этот Скуратовский безумствует. Ну, ему, значит, прошлая жизнь подталкивает. Вошел дух лжи, и он не может. Это сатана, это Лапкин, это сумасшедший, это бешеный. Простите ради Христа, простите. Таким не был. То есть вам нужно сильнее уязвить. А как, какая вам от этого польза? Какая? Детский лагерь, как они пытались уничтожить те годы? Не выскажешь. 18 комиссий за 2 месяца натравили. И везде свою руку прикладывали. Ходили наши объявления, срывали. А у нас недавно пришел один парень такой. Он еще, кажется, крещен не был. И одного захватил, он срывает и пишет. Крепко приклеенный ересь, о детском лагере ересь. Он схватил, ты кто такой? Семинарист. А почему? Ну, нас послали срывать ваши записи. Я сейчас башкой стукну в столб-то, говорит, тебя. Да нет, меня послали. Пнул его под задницу и все. Ересь. Я занимаюсь детьми, 44 года. И результаты можем показать такие, что, прослышав про результаты, прилетает директор Кэссовского института из Лондона. Это невероятно. За 1 месяц ребенок ни наркотиков, ничего не берет, от всего отходит. Как это можно? Никак. Бог. Моего ничего нет. Павел говорит, я более всех потрудился, проще меня, но благодать Божия со мною. Они этого не приемлют. Они не видят. Моя биография писана мною, не другим. Почему? Благодать. Божия благодать. Благодать. Я никогда не хулю евреев и плащу десятину. А остальное все внутри. Все благословения, они мои. И они не знают. Ну а какой вред? Никакого. Ему вред. А если по большому счету, то он добирает до самой макушки уже себе. Я сижу, занимаюсь. Интересно, когда уезжал в Потеряевку, то думал, я уеду там. Ну то ли будет, или нет, что-то. Интернет-то неизвестно как. И как в самом деле, по скайпу нельзя было разговаривать. Но за 4 месяца и 20 дней я выставил
710 роликов. Себе пометь где-то. 710. Здесь только приехал, утром, вечером, ночью звонят и звонят, и по скайпу. У меня уже накапливается целая вереница, а все так третий день. Нужен? Да, нужен. Я вам сегодня скинул, что люди говорят, которые встречаются. Если один человек, даже один спасется, оправдана моя жизнь. Я приду не один. А я могу сказать, не один пришел. А книги? Книги искать будут. Книги на исходе. Вот вчера только полный комплект отправили, там Ярославль. Сегодня встал, еще два заказа. У меня уже совсем почти нету, совсем. Кого там, 1000 экземпляров, и из них, в общем-то, 700 примерно раздал бесплатно экземпляров. Ну и умножь 700 на 750 евро. Еще получится. Вот так. Я благодарю Бога за гонителей, за хулы их. Это благодать Божия посетила меня. Благодать. Потому что написано, радуйтесь и веселитесь, велика награда. Я об награде-то не думаю. Ну, они ее сами лепят. Они меня признают не таким, как они. Высшая награда. Я не такой, как они. Больше этого фактически бы ничего не надо. Они где находятся? И это он никого не судит. В алтаре поднимает руки перед престолом. Они все заповеди нарушили. Все. Все таинства нарушили. Не причащают, как должно быть. Ни нету, ни епитимьи. А Иона, митрополит киевский, говорил, святые в канонах не показали пощады, и от нас ее не ждите. Вот и весь ответ. Аборт сделал? Аборт. Убило человека. 10 лет. Василий Великий, второе правило. А у них 40 поклонов 5 дней. Да она, когда грешила, больше движений сделала, чем на поклонах. Вот, я по пунктам где-то разбираю, там нет ничего, взяться не за что. Одно гнилье. А вот сказали, а вот Игнатий сказал, там где-то считает, сергианство это то, да, это мои слова, ты берешь из книги. Это предательство, это ложь. А вот зарубежные, они отказались, там это вошли, нигде-то ездил мой брат, 2 раза там был, как от нас, и нигде не было в объединении, никакой речи даже не было, о признании канонического общения. Больше дальше нет. А теперь у вас епископа нету. У нас епископа нету. А куда он делся? Куда? Вот приехал сейчас Сергий, и он стоит в алтаре и возглашает патриарха там святейшего Кирилла и митрополита Илариона, первосвятителя Русской Православной Церкви за границей. У него 200 больше храмов. Он нигде эти слова не говорит, только у нас. Что тебе еще надо? Зачем бы он их возглашал его у нас в храме-то? А вот надо, чтобы еще епископ между нами стоял. Так вы его убрали-то. Он не уходил, вы его убрали. И вашим человеческим решением подчиняться, архиерей наш сказал, чтобы его не поминали. Вообще, не опупеть, а попеть надо совсем. Он сказал не поминать. Это нам грех, что мы его поминаем на молитве. Было, где люди не соглашались поминать, что патриарх отошел, и они там отдельно были. Ну, там Иосиф, которые бы отошли от него, от митрополита. А что, за то, что поминают его, а он гневался бы? Позвольте, такого никогда не бывало. Нигде в мире этого не было. Они не понимают, о чем говорят. Если бы по пунктам сейчас одумались и сказали, сколько раз, точнее всего, мы сказали неправду, но я бы сказал 274 раза примерно. Это в одной передаче. Что ни слово, то ложь. Значит, как я ему... Это он мне к себе нас раздавить, и что я должен? Уничтожить книги, ставят условия, все принести покаяние перед ними. Перед кем? Перед теми, которые не учат народ, которые как пираты захватили корабль, на развалинах страна находится, перед полным исчезновением, сожжением. И они ничего не видят и не понимают. Они лишены здравого смысла. И с ними даже разговаривать не о чем. Если меня бы вызвал синод где-то, или даже можно было говорить по скайпу, теперь ехать незачем, то только во свете Библии. Потому что по этой святой книге меня Бог будет судить. А остальные постановления ваши сегодняшние, никакой роли не играют. Андрей Кураев это говорит, Игнатию, наплевать на все это, есть там или нет. Я все подвергаю рассмотрению во свете Библии.
И кто это не понимает, разговаривать нам не о чем. Сначала я его должен подтянуть к этой книге. Тогда у нас какой-то разговор. А нет, значит, ничего и нету. Все остальное разбой с большой дороги. Самое жестокое, самое мстительное, уподобляющее демонам, как говорит Иоанн Златоуст, сконцентрировалось там, в той стороне. Почему он говорил, никого не боюсь так, как епископов. Это всегда было так. Это такая среда, которая человека делает совершенно другим. Сразу руку целой на другой же день. Он не может без этого жить. У Пахомия 11 тысяч мужиков. Монастырь. Священника ни одного. Зачем? А потому что если будет у нас священник, сразу начнутся раздоры. А как? Ну, когда нужно будет, священник приезжает, причастил всех и опять на год до свидания. Вот как. Но все-таки бывают хорошие священники. Бывают, мы их знаем. Знаем. Но это песчинка в море. Мне вреда никакого не принесли КГБ. Хотя меня в Америке спрашивали, как они вам повредили. Я отвечаю, меня сделали известным, и вы меня пригласили в гости. Больше никак. А как повредили? Где повредили? Лицо целое, глаза целые. До которых никто не гнал ничего. Они 50-60 лет. Вот сейчас только у нас умер. 60 лет, кажется, он не дожил. Войтович Александр. И там панегирики посмертные поют. А мне 77-й еще спрашивать. Так у меня все выверчено, выкручено, выморожено. Для меня чудо, что Бог продляет мою жизнь. Чудо, что мы выскочили оттуда с Потеряевки-то. Пособи, Господи. И вдруг за 2 дня до отъезда уже снег выпадает. Отдали доски наши. Хоть не все, но все-таки. Вы видите, что мы делали. А они ничего не делают. И для меня они не представляют никакого интереса. Я знаю, им заниматься нечем. Мне некогда собираться и говорить что-то на них. А зачем? Он сам себя осудил. Говорит, неладно, поносит, что я в аду буду. Это он говорит, не я. А о нем я молюсь, чтобы дал Бог им покаяние, открыл им глаза. Увидели, среди какого скотомогильника они находятся, что за люди вокруг, кого они допускают до крещения, кого причащают, от чего люди больные немало умирают. Это спроса с них. Даже одна душа, Златоуст говорит, погибнет по твоей вине. Одна. Тебе не хватит всей жизни, о священник. А их миллионы гибнет. Все преступники, все проститутки, все православные. Вот так, дорогой брат. Благодарю, Геннадий Тихонович. Тут хотел добавить. Недавно вышло интервью с Мамонова, и то, о чем вы сказали. Он говорит, главное это быть нужным людям. И он приводит пример близкого вам по духу Александра Саныча Солженицына, говорит, вот был человек нужен Богу, посмотрите, как долго Господь ему дал лет. И поэтому я считаю, что вот то, что вы делаете, и в таких объемах это действительно угодно Богу. Вопрос следующий такой, Игнатий Тихонович. Очень много в этой передаче было сказано о смирении, точнее поставлено вам в упрек, что у вас нет смирения. Но насколько я помню, и насколько я знаю, Иоанн Златоуст об этом говорит конкретно Симеон Новый Богослов, что смирение, в первую очередь, это смирение перед Богом. То есть, вот действительно, нищета духовная. Ведь речь не идет о смирении перед человеком, перед беззаконием, либо я заблуждаюсь. Да, они все перевернули, на место Бога встали. Лапкин только теперь папа Потеряевский, там они сидят, кривляются. Я понимаю, он по-другому и не может. А Златоуст говорит, ты гнев направил на дьявола. Это не он говорит, это дьявол залез в рот и говорит это всю, всякую ложь. Ему эта ложь не нужна. Он убедил, что ложь это правда. У него перевернулось вот так все. У него совершенно нет понятия о смерти, о возмездии. И какие плоды от этого растут. И кто от этой передачи отойдет куда-то в другую сторону, не придет ко Христу. Он совершенно об этом не думает. Закатил глаза под лоб, сидит, крутит и не знает. Я могу только о нем скорбеть и плакать. Что с ним случилось? Смирение перед Богом. Вот смысл-то в этом заключается. А у них смирение перед ними. А вот архиерей сказал, а вот там и написали, благословляю вас написать прошение, чтобы вас Максим принял. Ну и что? Ну написал он. Да и дальше-то что? Я благословляю. Я могу делать, могу не делать. Меня никто к этому не принудит. Я вижу, вы на нем пашете. Боль, говорит, вопрос-то. Пытка вопрошала, а боль отвечала. Савонарола. Вот и все. Ничего за нами нет и нигде.
А если бы был, еще бы он улыбался и приезжал не один раз в году, митрополит. Они все стараются переломить везде лести. Чем? Пустота. Они ничем не заняты. А им некогда даже поесть было бы. Столько было народу, приходили, и Христос увел учеников в пустынное место, так что есть некогда было. А у них есть, они гуляют, рестораны, катаются на машинах и творят такие дела, о которых говорит диакон Кураев Андрей. У нас ничего этого нету. И они подыскиваются, вот я сказал так, руку протянул, как благословляющие. Ну и что написано, благословляйте друг друга, если бы я благословил. Но и этого нету. Я этого не делаю. Я чтец, имею право заходить в алтарь, но меня в алтаре никто не видел. Я благоговею перед этим местом. А они все, абсолютно все переворачивают, потому что им надо показать, что я не... Ну, даже я не такой, в самом деле не такой. Но Господь берет и негодные сосуды делает. Ну, куда вы денете те души, которые пришли в моем доме? Вот он, еврей, отец Наум. Полтора часа побыл, а теперь священник православной церкви грузинского патриархата. И он там при католикосе, нынче вот храм заканчивать, наверное, будут уже. Когда бы я не приехал туда, мгновенно во время литургии меня в алтаре тут же начинает говорить проповедь одну другую. Так же было, приехал в Лиссабон. Когда узнали, что я приехал, а там отец Геннадий был, да тут они с запивкой сразу в коридорчик, да просвору несут. Меня затащили, тарелку взяли, клоните сюда. Тут же я слово сказал. Это Бог делает так. А у них ничего нет, где бы они ни были. Но раз меня здесь похвалили, чтобы весы эти выровнять, где-то надо теперь меня прихлопнуть. А то зацеловали свои-то. Я возвращаюсь тут. Ой-ой-ой, да целуют, хоть живые мощи поцеловать. Вот прям смешно. Ну и я благодарю Бога. А раз я благодарю Бога, сатана не получил желаемого. Тебя обокрали в церкви. Если ты возроптал, да куда смотрит? Еще раз сатана добьется, потому что ты возмутился. А если ты поблагодаришь, он как обожженный отскочит. Они ничего не могут сделать, ничего нет. Ну а дальше как Бог даст. Мне думать некогда. Вот ребята сейчас пошли, помогают. Там одну библиотекарь попросила, верующая у ней литература, там ее помещение менять. У нас идет работа. Тут дрова только приехали, укладывают хлопцы. Вчера я пошел в город. Даже лишний раз выйти некогда. Нет, мне вреда никакого не принесли. Они меня сделали известным. Еще один вопрос. Вот, на мой взгляд, в этом тоже что-то есть. Потому что вот вы упоминали и правящего архиерея митрополита Сергия. Потому что вот смотришь на ролики, радуешься. Вот... Такое вот хорошее и очень теплое, действительно дружественное христианское отношение друг к другу. Говоря о том, что вы не говорите вот именно архиерею, почему вы же говорите, причем очень интересно, вы так вот, вот такой интересный момент, я его пересматривал несколько раз, когда вы говорите, да вот эти вот цацки-то, они ведь нам там не помогут, да, вот, вот с другой стороны, ну какой человек, я думаю, вот так вот может подойти к архиерею там и указать, это... С одной стороны. Так вот, почему архиереи, почему известные сектоведы, тот же Дворкин, да, он как бы попятился назад, Максим Степаненко, умнейший человек, ряд иных людей, отца Геннадия вы упоминали, который всегда спрашивает, передает поклон его, почему вот люди, тот же Андрей Кураев, почему они не нападают, почему вот либо там мерка другая, но почему вот, скажем, какие-то неизвестные люди, вот так скажем, широкие, но люди, которые занимаются этим вопросом профессионально, почему у них нет претензий, почему... Никаких богословских комиссий не создается там, в Московской патриархии, там, среди ведущих сектоведов относительно вашей деятельности. Почему это все вот решается на каком-то таком местечковом уровне? вот такой вопрос. Понимаете, у Сирахова написано, птицы слетаются к подобным себе. Хорошая фраза. И поэтому, я что, голуби летят голубям, вороны к воронам. Так уже принято в природе. Так и здесь. Они чувствуют. И у них есть основания на это. Андрей Кураев говорит, если бы Игнатий по-другому отзывался о патриархии, к нему другое было бы отношение. Он это понял, они не поняли. Но я по-другому не могу. Я вижу смерть. Всюду смерть. Они все исказили. Это изверги пробрались в церковь.
не то, что рожденные свыше, а они не имеют даже нормального человеческого отношения к жизни. Дармоедствуют, питаются грехами народа. Все продается. Они симонией занимаются, каноны все попирают. И все пытаются перед народом оправдать. Ну ладно, разрешено, клиника раздавленного обливать. Так обливать, а не ладошкой бить. Обливать. Что обливать, значит? Ну вот бывает на 7 июля Ивана Купала и бегают, и обливают. Обливают. Здесь никакого обливания-то нет. Он ладошкой волосы только замочил-то. Он опять лжет. И что запрещали, лжет. То есть непрерывная ложь. Я на них должен смотреть, как на слух дьявола. Он дьявол это делает, и ты гнев направь на него. Он допустил, но он виноват за то, что допустил, сделал совместилищем демонов. Я смотрю, вокруг них демоны роятся. Он внутри его сидит. И он маящит, как в житии святого Мартина. Там был диакон такой, всячески издевался над ним. А он глаза поднял на него, смотрит, а там на холме стоят два эфиопота. Ему одобряет его. Он говорит: Бакрицы, ты будешь епископом. И у тебя будет такой же, как ты у меня. Все так и случилось. Они не знают. Вот Иоанн Прозорливый, житие святое, они святой. А они, бесы его искушали сильно. А вечером приходили опять и говорили: Авва, мы тебя искушали, ты прости нас. Демоны. А от этих даже этого нету. Они за мной ничего не имеют. Как Тарасик говорит, все вы лжете. Ни одного обвинения против меня нету у них. Нету. Я благодарю Бога. То есть они тужились, искали, смотрели, с Америку там подтянули, а ничего нету, кроме нечеловеческой злобы. Я знаю, это продукт системы сергианства. Это продажности. Вот это лизоблюдство виляет хвостом перед каждой властью. То есть любодействует с ними. Они развратители умов людей. Они создали вот этот анклав безумия. Что угодно делай, батюшка фартуком накрыл, это Петрохилю разрешается, опять уходит, завтра опять. Он и не думал вставать. Мне один пишет, я хожу, батюшка прощает, ну, я опять начинаю блудить. Блудить. И они это знают. И вот эта Б, женщина, они наполняют всю церковь. И они под эти пеню не ставят. То есть это говорить даже нельзя, страшно сказать. Это блудилище. Что они сделали с церковью? Я обязан сказать. Я на это поставлен. На это меня Бог избрал, чтобы я шел и говорил. Почему они считают, что это в древности было, а сегодня не может быть? От меня это не зависело. Я не хотел идти. Я был пастух. У меня отец пастух. Амос говорит. Собирал сикоморы. Но он меня взял, поднял и сказал, иди и говори, как Иеремия. Не малодушествуй, чтобы я не поразил тебя. И сразу Бог отнял от меня все, что мешало бы идти. Все убрал. И я пошел и иду 53 года. Они мне страшно завидуют. И согласия в этом не могут. Я обладаю даром у Бога подобления. По образу и подобию. Я говорил проповедь «Свобода». Свобода! Последний возглас мой будет на земле. А они этого не знают. Они рабы. Они заглядывают в глаза. Кто их? А мне не нужно одобрять. Хотя бы весь мир поднялся против, а я буду говорить истину, говорит Иоанн Златоуст. Хотя бы я один остался, но истины не уступлю никому. Они этого сказать не могут. Они не могут. Они рабы. И они поняли, эта маска лицедейства приросла к ним. Монашество, монашество. Игнатий Брянчанинов, а почему не считаете, что он сказал? Монашество окончилось. Остались лицедеи и актеры. Актер ничего не сделает. Почему они не приводят его фразу? Нету. Проехал 1275 монастырей. Из них едва ли, под сомнением, 4, в которых теплилась духовная жизнь. Это тогда, во времена Пушкина. Но, а что сегодня спрашивать? Кто туда идет? С кем они спят? Андрей прямо доказывает, это самое удобное, семинаристы, они связаны этим. Они уродуют души, они преступники. Страшные преступники. Я смотрю на него, у него, как говорят эти буддисты, там, кришнаиты, это фиолетовым светом, который не поддается исправлению и покаянию. Фиолетовой дымкой покрыта голова. Они не знают Христа, не знают истины. А что нападает? Это я понял.
Они не могут не нападать. Почему? Потому что я прямо иду за Христом. А Христу противник, враг, противник переводится сатана. И вот он находит своих служителей. Я по-другому не могу и думать. А Игнатий, он не признает наше крещение. Да нет крещения. А это уже хула на Духа Святого. То есть он богохульник, извратил таинство. И говорить нельзя. Он нет, он молодец. Он никого не крестит, как один священник. Это что придумали крестить полное погружение? Это что, у них тогда Бог Нептун? Это в печати пишут на меня. Я что на это могу сказать? Господи, ты поразил их безумием, и коня, и всадника. И всадника прокинется от Дана. Это пророчество Иакова. Оно сбывается на них. Они не знают жизни, Бога не знают. И главное, здесь наставляли, где в этом, в ролике-то внизу. Иго поет, Витя, отдайте Шикота на Кёнигсберг, отдайте. Как они тут ухватились тут. Да. Кёнигсберг никогда не был русским. За эти слова сегодня меня поддержит вся Европа. Вся. Независимо от веры. А Шикотан, это весь Восток, все понимают. Да отдайте. Отдайте. Это Крашаков пишет, когда Ельцин был в Америке, звонил ему, сейчас переговоры идут, отдайте им. И Ельцин не решился. Напился. Встречает женщину, он вышел и говорит, давай мочиться на колесо самолета. А я сказал, он говорит, да как это у него не один раз было. Ну еще теперь, за истину будем это все признавать. Да только дело, все ушло. А они лицемеры. Отпевая даже Ельцина, к слову сказать, и «Помни, Господи, раба твоего, первого президента Российской Федерации!» У Богу так и нужна Российская Федерация. То Бог не знает эту общущушку несчастного человека. Я еще могу сказать, в ответ, вот сейчас бы они были здесь и сказали, что скажете нам, вот скажите, я бы сказал, покайтесь и веруйте в Евангелие, больше ничего вам не надо. Вы никакого отношения не имеете ко Христу, потому что Христос это не одобрял. Слово Божие забыто. Люди, которые ваши прихожане, вообще его не знают. А вот стал ходить человек в храм, родился свыше. Понимаете, понятие какое? Вот он сидел, стихи Есенина считал и плохо слушал, а потом стал ходить. Видите, как благодать коснулась его? Что я могу на это добавить ему? Попятиться только, чтобы эта чума не захватила мне дорогу. Не такое еще в истории было. Миряне никогда не образовывали то, что они, Арий, пресвитер, Несторий, патриарх был, архимандрит, Евтихий. То есть это все саном облеченные люди творили эти дела. А за мной ничего, ничего нету, совершенно ничего. А если бы они имели, то имели. У меня епископ был, у нас епископ Евтихий, 13 лет, это не два дня. Все время приезжал, жил здесь. И он сказал, вам, Игнатий, никогда не обвинить вне православия. Он суперправославный. А эти в глаза не видали, никто не встречался. А этот архиерей раз за разом приезжает, служит вместе. А он городит такой, значит, архиерея под нож. Секретарь с ним вместе, семинаристы под нож. Хор приехал под нож. Был Максим, служил со всеми под нож. Был Антоний, самые добрые отношения это были. То есть у меня не было даже здесь враждебного ни одного епископа фактически, чтобы с этим он ушел. А у них ничего нету. Вот сейчас, если бы был суд, даже мирской, 129-я статья, часть 2-я, клевета, от них бы только пыль пошла. Они ничего не могут доказать, ничего. Я там был, а я там не был. Где он увидел у меня два УАЗика? Ни один не видел. Свидетели должны показать будут марку, где это было, в каком месте. Он ничего не докажет. Клевета. Клевета. А показать, но вы-то едете на лимузинах по другим причинам. А я куда поехал? На благовестие. Дарю книги. Понимаете как? Они не могут ни одной строчки написать свободно. А меня Бог удостоил такой чести создать библиотеку собственную. Что тут доказывать-то? Я получаю такие известия о книгах, какие в людях перемены происходят, которые считают. Полностью, говорит священник, я убрал все, говорит, из дома вынес, говорит. Оставил только Златоуста и вас, больше ничего нету. Потому что все остальные книги меня не научили тому, что я от вас почерпнул. А почему? Да потому что там у меня и Златоуст.
Там у меня Феофилакт в книгах в этих. Там Игнатий Брянщанинов, Феофан Затворник. То есть у меня все собрано, но направлено к одному, чтобы люди познали Христа, приняли Его жертву, родились свыше и были движимы Духом Святым. У меня другой-то проповеди нету. А он лжепроповедник, лжемиссионер. Удивительное дело, от лжемиссионера люди приходят в православие. Вы настоящие миссионеры, и никого нету, все развалили здесь. А Бог-то будет судить по делам. По делам. Вот мои ответы. Я не повинен перед ними, не повинен ни перед кем. Это сговор они сделали, 40 киллеров убить, не пить, не есть они не будут. Я знаю их. Они были, но ничем это закончилось. Власть здесь не на их стороне. Они уже, когда мы регистрировали общину, они пытались это сделать. А я пришел, а там был один Иван Егорович, который занимается этим, отдел юстиции краевой-то. Он говорит, а у них препятствий нет для регистрации никаких. У нас прекрасные отношения с властями, и который начальник регистрации, он полковник. Он у нас здесь в общине был, приходил и увидит там вот руки, как ректор университета в профессорском составе, перед студентами, перед всеми. Меня обнимет, поцелует, и я преклоняюсь перед этим человеком. Представьте себе, академик, доктор, я же его за язык не тяну. Почему? Любовь. Любовь. Она сломит любую преграду. И он только говорит, а почему они ничем не занимаются? Вот у вас там деревня, а это 21 тысяча порушена, а одна деревня, которая восстанавливается на этом основании, на таких правилах. Лагерь, почему они этим не занимаются? Они занимаются, занимаются, но не так. Я, как у нас был священник один, мы тоже лагерь образовали. Конечно, не такой крутой, как у вас. А какой крутой? Так у вас же в 5 часов встают. Я говорю, у вас сколько? Ну, 7-8. Ну, уже разница есть. Они работают у вас? Нет, у нас работают. Каждый день не меньше 4 часов. А они у вас на лошадях ездят? Нет, у нас ездят. У нас все есть. До 6 раз в день купаются. Ходим, собираем там и ягоды, и солодку копают. У меня дети все умеют делать. Моя задача не только накормить. Создать 100% защищенность ему. А у вас они долбят друг друга и такое творят. Вот так, дорогой брат. Понял, Игнатий Степанович. Еще вот два вопроса в заключение. Один вопрос, вернее, даже, наверное, вопрос. Дело в том, что у нас православная традиция и практика вообще не знает практики обличения. А ведь между тем, святой Иоанн Златоуст об этом и говорит на толковании 5 главы Евангелия от Матфея, ссылаясь на Откровение 6.6, что обличать это вообще наша обязанность, если мы видим, что брат или сестра впадает в грех. Это наше право. И более того, это наша обязанность. И вот еще один момент, как бы вытекающий из этого. В этом ролике было обвинение касательно того, что вы попираете каноны, в частности, там, иконопочитания, мощей. Но я знаю вот из роликов, что у вас вот здесь вот есть красный уголок, где у вас очень много икон, что само по себе странно, как попирая иконы, у вас вот есть красный угол, где икон много. Более того, ведь критика канонов и попирание канонов – это ведь не одно и то же. Понимаете, если бы я молчал, я сошлюсь опять на Андрея Кураева. Отношение было бы другое. А я занялся и 3 года тщательно исследовал, беседовал со священниками, как эти по отдельному правилу. И я нашел их действующих 719 правил только. А это Осипов не знает даже. И никто не знает. Это надо специально знать. И знать церковную жизнь сегодняшнюю. Из них 413 ежедневно, целенаправленно уничтожаются, нарушаются. Ну ладно, там где-то экономия, там люди кланяться не могут, то есть они придумают. Но до 30 лет зачем вы лезете в священники? Это единственное правило, которое дает не просто намек, а полное обоснование. Почему? Ибо и Христос наш Господь вышел на проповедь 30-летний. То есть это выше Христа лезут. Это мошенство. Они захватили власть, пираты, я только так понимаю. И как они ко мне не могут по-другому относиться? Никак. Как ко мне советская власть могла относиться, если я говорил, что все неправильно?
такую сумму мне задолжали, а я говорю, дайте на бланке крайкома партии с печатью, мы, там, большевики, пришли обманом и 70 лет уничтожали свой народ. Печать поставьте, я снимаю все свои требования. Но коммунисты почему-то, говорит, отказались. А когда уже 92-й год наступил, тогда они это все припомнили и говорят, а мы согласны вам дать бумагу, я же не надо, уже мир весь все знает. Я заботился об этом. И тогда в центральной газете алтайской пишут, журналист Титов, мне, говорит, мой товарищ сказал, вот благодаря таким, как Лапкин, подтащились устои тоталитарного режима. И, наконец, он развалился. Я всюду и везде говорил об этом. Без правды жить нельзя. А им правда не нужна, они ее правда не знают, попы эти. Зачем правда-то? Он пришел, отбарабанил и ушел. Они народ в глаза не видят. Им нужны мощи, я их не отнимаю, берите. Живите с ними, обнимайте, целуйте, обмывайте, пейте, что угодно делайте. А в чем их обвиняют неправославные? Отпиливает ноги там, как Андрей Кураев это увидел, говорит, Игнатий не свое говорит, он целые пласты вскрыл, которые мы забыли. А сейчас, говорит, буквально нанотехнология, чтобы в каждом доме были мощи. Язычество. Черное язычество. А я говорю, с честью надо захоронить, так написано, прах ты, и в прах возвратишься, то есть превратишься, и не надо ничего больше. У них нету даже малейшего истинного обвинения в мой адрес. Вот у меня брат, отец Аким, ну, они с одним священником жили в доме церковном, в Тобольске, когда были, я так понял, что это он там в разных городах был, его направляли, где нужно было храмы строить, он строитель-то. Ну и до этого был там, видимо, Власий, он теперь-то очень известный, там все предсказывает им. В головку целовал бабушка, а он ничем больше не занимался. И вот им надо теперь батюшку убрать. Да вот они приехали к архиерею, к Максиму архиепископу, фамилия Кроха. А вот мы берем вино, и они напьются вина этого, эти батюшки-то, и не хватает на литургию. Ну а пьяных их видели? Пьяных? Нет, не видели. Ну, а как вы узнали, что они выпили? Так они дров сколько сожгли, много, намного больше, чем надо. Так тогда у них жарко. Да, у них жарко. И они, говорят, выйдут и во дворе, говорят, ходят вместе в трусах в одних. Вообще. Батюшка узнал, которые жалобщики-то, и говорит, вы неправильно сделали. У меня недостатков хватает, но вы бы пришли у меня и спросили, я бы сказал. Ну, за это меня архиерей не уберет все равно. Ну, придумывайте, архиерей только засмеялся, и все. Они обвиняют, а я бы сказал, какие у меня недостатки. Я бы сказал, какие у меня недостатки-то, а они-то этого не знают. Ну, недостатки, за которые меня не судит даже Священное Писание и Христос. Я сам их в себе чувствую. Я с этим борюсь, стараюсь. Вот теперь я сплю больше, это большой недостаток. А до этого, что было 2,5 часа в сутки уходило, я могу похвалиться Богом моим, который позволил смирять свое тело. А они этого ничего не знают. И они даже не понимают, что с этим надо бороться. У меня пенсия 6275. Запиши себе где-нибудь, когда придется сказать. 6275 рублей 0,3 копейки. Вот на это я должен жить. Благодаря тем, что люди верующие мне что-то присылают, я вчера уже снял и сразу же пошел нуждающимся тут же и раздал. В данный момент я каждому говорю, называю благодетелей, кто присылает. И весь сказ. Ко мне ни копейка не пристала, ни копейка, ни одна за всю жизнь. Павел говорит, допустим, я брал, говорит, обманом. Но воспользовался ли я чем тем? Спасибо, Христос, Игнатий. Слава Христу. У меня опровержений нет никаких. Просто сплошной лентой ложь, и там не за что ухватиться. Вот московский комсомолец на Алтае поставили статью «Потеряевки. Миф и реальность о Потеряевке». Там согласились разные, еврейская группа ЭВНЗР, там профессор один, говорит, был, еще кто-то, отступников всех собрали. Статья. 47 раз сказали неправду. И нарисовали. Черта с рогами, с хвостом, плеть,
наручники и написали «Община Игнатия Лапкина». Ну, а когда уже я их всех выявил, потребовал сатисфакции, то есть удовлетворения, они не пошли, подал в суд. Бежали, кто мог, кого где. Главное, кто написал статью, нашли убитым, зарезанным. Профессора остановили в подъезде этого, изрезали задницу ему, интересно, живой остался. Который побуждал к этому, ему сразу инсульт, он умер, подполковник милиции. То есть, которая выступала в передаче и говорила, запретили ей больше касаться религиозной темы, Прокофьева Ирина. Этот, я не знаю, с работы выгнали, что ли, Лаврененко, вот, который есть. Не знаю даже последствия, но он говорит, я летчик, и там испытатель был. А вот Лапкин тут такое, я сейчас за сердце, я не могу, аж задыхаюсь, и они мне названивают все время. Он врет. Никто ему, один звонил, Виктор Андраш, сказал, зачем же неправду сказали это, Сергей Николаевич, этого уже не было где-то. А и он давай, а женщина молодая, судья-то, я после этого слова мое, я говорю, как вам не стыдно, летчик-испытатель, такая симпатичная женщина, ты перед ней, ну, что ты дурью-то маешься-то? Да будь мужчиной. Ну, заврался, ну, хотел сделать зло. А как угрожали? Я сказал, если ты сына будешь воспитывать, как вот, какой сам, то с сыном мира у вас не будет. А они мне угрожали, что сына убьют у меня, там, вот такое вот. Вообще. Ну и все, разгромили. Из ГТРК приехали, это радио Алтай. Дескать, давайте, вы заберите исковое заявление, они там этим занимались, а мы о вас хорошую статью напишем, как лагерь откроется. Я говорю, вот я уже не доверяю, еще ни разу не были, уже хорошую. Как я вам верить тому? Думаю, там у нас, может, и не хорошее. Мне не надо хорошее, мне нужна правда. Ну и когда уже суд-то вынес решение, и уже поступило к исполнению, а у них программа своя, им сказали, в 4:30... чтобы было поставлено. А у них там программа, они начали ужимать. Приехали, звонит генеральный директор, вы понимаете? Я говорю, я не настаиваю, да нас никто не спрашивает уже. Москва, которая виновата, там у них МК заплатить, они не платят. Я прокурору Москвы написал, они мгновенно отреагировали. Вот Бог как делает-то. Выплатить, иначе арестовывается имущество редакции. Они и штраф за то, что не заплатили, в несколько раз больше того, что мне присудили. Все встало на свое место. А художник бежал и нигде найти не мог, который написал статью, вернее, вот так, Федяев. Нигде нету. Ни дома, нигде нету. Исчез и нету нигде. Они кто куда бежали? И меня спрашивают, ну вот на такие выпады как? Вот они вас ударили, вы как отвечаете? Я говорю, серия ударов всегда. Это мне право дает священное писание. Павел говорит, требую суда Кесарева. Требую. Я выйду чист перед ними. Испытай меня, Господи, Давид, говорит, выйду чист, как золото. За мной ничего нет. Вот отец Геннадий Фас это видел. Игнатия спасает его безукоризненность. А так-то бы я сказал не таким голосом. Я раздражился где-то. Ну, сказал, громко раздражился. Дальше что? Ну, не с придыханием. Я не сисюкал ни перед кем. Я говорил, как есть. И не где-то в зданиях КГБ. Перед секретарями горкома, крайкома. Я писал в ООН, патриарху, обо всех безобразиях. Мне есть что вспомнить. Я победно прошел по этой жизни с моим Христом. Я за него спрятался. Одно то, что я первый в России распространил архипелаг ГУЛАГ, насчитал на 10 лет раньше моего нового мира. Разве не говорит о том, что я люблю? Никто не может похвалиться такими интервью репрессированных брал, как я. Их нету, они люди умерли, а у меня они в 12-м томе, открытым оком. Бери, считай и плачь. Так что мы ничего не прогадали, дорогой мой брат. У нас все при нас. Они ничего не отняли. Они показали четко и ясно, что я не такой, как они. Что я не из их круга. Понимаете? Уже никто не скажет, а вы патриарши, вы такой же подлец, как все вот у нас попы, крохоборы, там, обжоры, пьяницы. Я говорю, вот они к ним как относятся. Это доказательство, что я не такой, я не с ними. Они мне дали чудесную рекламу. Больше ничего нету. Понятно. Спасибо, Христос. Игнатий Тихонович, еще два вопроса о христианском воспитании детей. Да. Первый вопрос. Вот мы с сыном, с Макаром,
читаем Библию, и вот есть хорошие мультфильмы по Библии для детей, вот они протестанты делают, но они интересны, потому что это иллюстрация Библии. И он задал вопрос, это по Исходу, почему так получилось, что все чудеса, которые соделал Моисей, удалось повторить египетским жрецам. Я сначала начал отвечать, а потом вспомнил, что у нас с вами как бы вот скайп. Я говорю, давай так, если вечером, то ты сам задашь вопрос Игнатию Тихоновичу, потому что мы смотрим ролики, он вас знает. Ну, так как нет, то как бы вот я от его имени задаю, потому что вы все равно ответите лучше на этот вопрос, чем я, а потом, когда выйдет ролик, я ему покажу это видео. Ну, не все. Первое, поправочку вношу. Не все, до определенного момента. Что касается змеи, вот это змея, потому что он змей, он это может делать. А дальше, когда уже пошло, они уже ничего не могли сделать. Уже нету. Нету. И, что касается детей, есть одно чудо, сотворенное Христом, которого сатана, антихрист даже не сможет повторить. Из уст детей грудных устроил хвалу, дабы посрамить и безмолвным сделать врага и мстителя. Святые отцы так и понимают. Они многое могут сделать, духи, а этого не могут. Им не подвластно. И по всей вероятности, что дети, посвященные Богу, ну, грудные, младенцы, сосущая мать. И они кричали, благословен гряды во имя Господне. Вот дьявол этого не может сделать. Он может сделать, что, имея смертельную рану, исцелел, там, что в Откровении написано. Это написано, а этого не может. И то призрачно, ничего этого нету. Как с ребятишками? Ну как? Ну, просто заниматься надо с ними, чтобы он работал вместе с тобой, как в деревне. Труд объединяет. Он не скажет так, ты пошел работать, пошли складывать дрова, а я не пойду. Вот так. Я говорю, а почему вот вы называете папа? Я по Теряевке говорил об этом. Ты что, папа римский? Никогда у русских людей не было папа, всегда было тятя. Тятя, наши сети притащили мертвеца, Пушкин. У нас тятя, мы тятя звали. Тятя, это понятно. А папа, это один папа. К нему обращается Иоанн Златоуст, Иннокентий был. Ну, это между прочим. Что касается какие-то уроки ребенку, вот здесь я могу ответить не так, как другие отвечают. Я с ребятишками занимаюсь по Слову Божию, вот как бы во время движения, во время игры, во время бега, когда мы занимаемся. И сразу останавливаюсь и закрепляю. У меня есть это, кажется, в 4-м томе. Вот когда мы идем где-то с ребятишками и видим, что делает неверующий, мы останавливаемся, прославляем Бога. Вот был бы я неверующий, а был бы такой, я хуже его. Хуже. Но мой язык, мой, не сказал ни одного матерка за всю жизнь. А отец матерился. А почему? Избрание. Избрание. Я ищу избранников. И как вы их определяете? Не, конечно, не то, что математика или марки машин определяет. Молитва. Он идет и просит помолиться. Этот человек чувствует необходимость связи с Богом. Даже ребенок. Он старается где-то скрыться и тайно молится. У него непрерывно как бы голос какой-то звучит и зовет его. Неудовлетворенность, то, что не касается Бога. А зачем это? И вот это явное проявление благодати Божией встречается очень редко. А можно ли его создать искусственно? Я никогда об этом не задумывался. Оно естественным. У нас ни отца, ни мать, считать не умели, Евангелия не было. А у меня это было. А у старшего не было. Он напропалую мог врать, курить и все остальное. А я его любил все равно, потому что он все умел делать, а я ничего не умел делать. Я такой бестолковый был, я рот, он и лыжи может сделать, и там приемник, и рушилку молоть там. Он все мог делать. Безбожник, до 60 лет не дожил под этим делом. Вот так. А у меня, это меня больше всего привлекали птицы. Я про себя говорю, не про других. Почему? Я не знаю. Первая книга, которую я купил, сдав шкурки сусликов и крыс, это книга Виталия Бианки, и там еще про природу было. Я просто живу этим. Мне надо было быть орнитологом, но я не считал это за работу. Я считал, что это все неразрывно со мной связано. Вот Кирилл Сахаров, игумен на Берсеневке,
около храма Христа Спасителя. Он это понял. Вот идем, Игнатий вдруг остановился, начинает молиться. Я остановился, тоже молюсь. Что такое? А ты слышишь, как же ворона поет? Какой дивный Бог, какую музыку нам повесил. Опять идем, что-то, я снова тормознул, и опять начинаем молиться. И вот мы работаем с ребятами, и они уже это привыкли. Молитва. Молитва – это связь. Поэтому мусульманство намного выше тех, кто в христианство вошел первые, которые прямо установили пятикратный намаз. Молитва. Вот в этом вопросе. Что помогает им такими быть сплощенными, верными? А оно совершенно не понимает. И даже свою книгу-то не знает Коран. Там исламское государство сейчас там долбит. Ну, потому что благодати нет. А у нас благодать, у нас священство. Меня спрашивают, а вот пришел бы Дудин сюда, ты бы благословился у него? Благословился. Благодати не отнимаю. Людей так непонятно, как отец Кирилл и говорит, у вас какая-то двойственность такая. Я говорю, почему у меня тройственность? Не двойственность. Но на первом месте я христианин, далее гражданин, а у гражданина выбор еще налево или направо. Я постоянно в размышлении, и поэтому мне не надо протоколировать протокол, как он говорит, составлять. Я по протоколу поступаю. Ну, я думаю, в это ни один человек на земле не поверит. Мне протокол. В самой сложной ситуации у меня мгновенно как высвечивается на экране, что я должен сказать или промолчать. Не где-то, на допросах, с людьми, с разного толка. Любой вопрос. Я преподаю, допустим, только в одном университете 17 лет. Вопросы разные, бесконечные разности. И ни одного вопроса не было, чтобы я его не ответил. Потом приходит, откуда вы это знаете? Идем даже с одним. И он золотоискатель там. И коснулся, я говорю, а инструменты у вас какие там абразивные? И вы это знаете. А откуда? Не знаю я откуда, я все время учился. И за все Бога прославляю. И поэтому у меня все время пространство. Я этого не знаю. И поэтому туда Господь наполняет. Опять что-то узнаю? Телефон, телефон. Вот не слышу. Молодец. Говори. Говори. Так, здравствуйте. Да, у нас сейчас все хорошо. Два дня было так, что не могли включить. Но... сегодня у нас все хорошо. Так что, видимо, где-то бы так пометочку сделать, не приходить, но держать нас на контроле хотя бы еще дня два. Да, чтобы мы... Ну, я увижу, сегодня утром у меня мгновенно включилось, а то прям среди дня вырубалось. Я 4 с лишним места дома не был, он был заблокирован. Может, это повлияло. Да, может, я все время дома. За беспокойство сердечно благодарю. Да воздаст вам Господь. Храни вас, Спаситель. До свидания. Неладно было что-то у меня с этим. И вот они спрашивают который раз. И всем говорю, вот зайти там на наш сайт. И сразу отношения хорошие. Сразу же. Я всегда удивляюсь, как много у Бога добрых людей. Говорю, почему-то они мне встретились. И не просто здравствуй, до свидания, а приняли участие в моем деле. У нас была одна еврейка. И она знает, что у меня близкие отношения с одним... с главным банкиром края. А он еврей. А вот если он узнает, что вы написали про евреев, а я написал, когда смотришь настоящие истории евреев, то можно впасть в искушение, что Бог ошибся, избрав этот народ. Ой, как она понялась. Так а если ему сказать, это как будет? Я говорю, я ему книгу дарю самому первому. И он знает, знает, знает и участвует, и помогает. Не просто помогает, а серьезно помогает. У меня все друзья. И поэтому, что там эти говорят люди, у них враги вокруг-то. А меня, я неуязвимый для них, для тех, которые собираются. Ну, всего трое. А ко мне сочувствие в это время, за это же время написали, допустим, 300 человек. А там всего трое. И все, да они что делают, да как, да я только через вас. Мы с ваших роликов не сходим, мы только узнали, полюбили. Там ребенок, там, я теперь знаю как. Ну, я посылаю кое-что вам. Ну, что я могу сказать? Я могу только жалковать о них. Жалеть, такое слово есть. Я совершенно для них недосягаем никак. Потому что у меня прошла жизнь другими местами. Они там не были и не знают, о чем я рассказываю. Он надувается, он говорит, он ругается. Ну, а я вижу, ничего там нету. Нету.
Если бы он хотел, он шел бы, свидетельствовал, он помогал бы. А мы работаем внутри церкви, вот этого они понять не могут. А внутри церкви они не могут никак. А сектант? А он сектант где-то? У сектантов нет рукоположенного священства, у нас есть. Есть ответ. У нас есть институт священства. И о какой патриархии приезжает? Этого достаточно. Они ошибку делают, это неправильно, они вас узаконивают. Ну, Бог так сделал. Когда путь человека угоден Богу, то он и врагов его примиряет с ним. Притча Соломона. Врагов примиряет. У меня все друзья. Вот так. Мы нынче стояли на грани, что если бы только патриарх не был зависим, а то, что у него намечено никуда, он вполне мог быть у нас. Какие ответы дали патриархии? Пожалуйста. Мы бы приняли его по первому классу. Еще один тогда заключение вопроса. Так вы относительно детей. С ребенком надо непрестанно заниматься. Никаких связей с миром, никаких игр, никаких различных там это передач. Просто держи его около себя и с ним занимайся, ходи, объясняй. Как делают, опять же, как делают мусульмане. Свой круг, свои... Я говорю о настоящих мусульманах, не о ваххабитах каких-то, не о террористах. Почему? Вместе с ним молиться. Краткие молитвы. Вот такая нужда, чтобы он чувствовал связь с Богом. И прислушайся. Ребенок понимает. Вот мы молимся, и потом в конце говорим, говори, Господи, слушай, это раб твой. И когда мы к такому пришли, а девочка посмотрела, видит, отец закончился, папа молится. Подождать надо. Подождали. Она заглянула, а он в это время, слушай, сейчас нельзя папу трогать. Он слушает, что Бог ему говорит. Это в ребенке заложить надо. Обязательно. И бывает, дети не так поступают, я им выговорю, сделаю и сразу на молитву. Так он, мало того, я его накажу, физически накажу. А он маленькое время проходит и говорит, мне так легче стало, можно еще вам вместе помолиться. Самых нарушителей ложатся спать на улицу, в руки прут, они на вахте стоят. Остальные утихли, я их забираю и пошли в степь. И там где-то мы беседуем, помолимся. Так они другим говорят. Другой прям искусственно хотел бы быть нарушителем, чтобы ему тоже разрешили выйти ночью и ходить. Я объясняю про всех птиц, деревья, как велик наш Бог. Что такое астрономия? Нынче Гален Духин приехал, там привез телескоп. Видели, смотрели. Это Бог так делает. Любовь. Вот у нас же приехал профессор-психолог. Еще откуда приехали? Из дальних государств. С Аргентины, кажется, из Бразилии, живут здесь. И, наконец, статья появляется. Главный движитель в лагере, тире с большой буквы, любовь. Любовь. Это любовь не сисюканье. Не говори, что ладно, да мило. Глядите, получится, говорит, не ласка, а мыло. Пожалуйста. Вот. Всегда, когда мы садимся за стол, естественно, мы произносим молитву семейную. И вчера вечером вот сын задал этот вопрос. А как так? Как Бог один, а Отец и Сын и Святой Дух? Вот я, конечно, объяснил так, как я попытался адаптировать это объяснение. Тут понятно, что взрослому человеку сложно это понять, уразуметь и принять. А как вы в такой случае объясняете триединство Бога вот детям? Я просто отвечаю словами Иоанна Златоуста. Слово «как» отсутствует, мы должны принять. Ну как так? В космосе где-то летит наша Земля песчинка, и мы даже не замечаем этого. Как это может быть? Под нами люди вниз головой, никто этого не замечает. Как? И в нас, в теле, везде там вихреобразный процесс идет. Как? Это только сегодня узнают. Да еще это не последняя стадия узнавания, нейтрино там разное. И дальше начинаем ему рассказывать, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Бог это скрыл. Что-то в вечности откроется. Там будут даны листья для исцеления народа. Листья, то есть тончайшее разумение тайн. Только там. Ну, а дальше можно привести, как у Амвросия было, когда он, что, видел ребенок там раковинкой в лунку вытаскивает. Куда вместиться? Оно утекает, тем более. Это не дано понять. Мы должны просто принять, что над нами небо. И вот такое солнце, оно ни дальше, ни ближе. Ближе сгорели бы, дальше замерзли. Кто так установил?
И это необъяснимо. Мы окружены тайной. И за эту тайну мы должны Бога благодарить. И все. Вопрос такой не задавать, сынок, нельзя. Это Бог. И Он открылся. А откуда Бог взялся? Так можно бесконечно. Откуда? Он вечно был. Как вечно? Но откуда-то же Он взялся? Было же время, когда земля появилась, значит, и Бог было время, когда Его не было. Такого не было. Он вечен. Вечный и нераздельный. Вот если он это принимает, а если закрыто у него, значит, это серьезный недостаток. Этот вопрос не должен возникать. Даже не... Но он возник, ты его сразу должен направить в нужное русло. Это Бог, и он неисследим. Тем более, то есть выше этого вопроса нету. Слава Христу. И ребенок понимает. У меня, чтобы вот не понимал, такие мало дети бывают. Очень мало. Просто мы в это верим. Мы не говорим «понимай», а «верю». «Верую во единого Бога». «Верую». Как человек сам-то образуется? И ни мать, ни отец не знали, глазки у тебя такие вот получились. Ты видишь, на маму похож или на бабу там. И где-то как это было? Никто этого не знает. Бог так сделал, чтобы мы тебя больше любили. Ты похож. Похож на то, что мы любим в себе. Видишь, откуда у тебя слух появился? Ты мог родиться глухим или слепым. Благодарим Бога. Давай, встанем на коленки. И вот почаще с Ним склоняться. Мы на малину пойдем, когда по ягоды где-то. Мы везде молимся. Выходим купаться. Я говорю, ну пошли. А помолиться? Я заторопился. Правильно, правильно. Давайте помолимся. Три поклона. Пришли, уже все на берегу. Теперь надо заходить на пирс, где купаться непосредственно будут. Должны спросить разрешение старшего. Благословите. И кто бы с ними ни был, это слово должно звучать. Дети совершенно с другим характером вырастают. И потом, когда они сделаются взрослыми, они первые помощники ваши будут. А эти не понимают, а то гуру, гуру, значит, давайте остановимся, гуру. Гуру есть, которые слушаются? Слушаются, выполняют. Так это плохо или хорошо? Вы понимаете, значит, ты называешь гуру и слушаешь, а я знаю истину, ты мне честь оказываешь этим. Они даже этого не понимают. А они считают это ругательно. Ничего ругательного тут нету. Ничего нет. Я сразу найду положительное в том, с кем меня пытаются сравнить, и скажу, вот по этому качеству Бог тоже будет определять. А вот он авторитет, там то другое подавляет. Но разве это мало, как пришлось, мой заслуженный учитель Российской Федерации, у меня был Торшин Виктор, учитель старый такой, директор школы 68-й. Ну, ему предложили там, дать разбор, который у нас тут бунтовали, двое были. И он это сказал. Это в заслугу человека ставится, что его слушают. Он скажет, они слушают, и то другое. У меня нет никаких рычагов, кроме собственной моей жизни. И жизнью своей я показал безукоризненный им пример. И они это знают. А они хотят подражать. Так это высшая уже награда. Люди смотрят не только на слова, а больше на жизнь. Вас-то в жизни клеймят все продажных. А меня никто ни разу нигде. Только говорят, так жить нельзя. Нельзя так жить, как вы живете. Но я к этому вас и не призываю. Это мой путь. Я совершенно неуязвим им. Я им не досягаем. Они бьют в пустоту, кто нападает. Потому что нет за мной этого ничего. А если есть, подайте в суд. Я оскорбил патриарха. Пожалуйста, пусть подает. Подает в суд, и мы выйдем, будем рассуждать. Нету слабо, как говорят заключенные. Они не могут ничего поставить мне поперек. Я как вчера был, так позавчера. У меня непрерывная работа, люди. Я уж не говорю, сколько по телефону звонят и прочее приходят. У меня сколько набивается на встречу людей. Я далеко не каждому открываю двери. Там где-то в городе встретиться даже. Вот. Я иногда вам скидываю, которые люди что говорят. Я скидываю вам и плохое. Что обо мне? Я не выбираю. А вот выше сегодня, вот я думаю, я сразу дал знать. Вот, видишь как, это, конечно, приятно. И я знаю, что книги работают. Что, благодарю вас сердечно за духовное наставление, Игнатий Тихонович, за замечательную беседу. Рад был вас вновь увидеть, пообщаться с вами.
Больше вопросов на сегодня у меня нет. Записывайте, может, у ваших будут. А вы еще можете предложить, сообща, выйти коллективно по скайпу. И у кого есть, это здорово было бы. Сегодня это практикуется в библиотеках. Я готов. Скажу, у вас есть какие-то вопросы. Разницы никакой нету. Заранее мы не будем предупреждать. Он искать не будет нигде. Я живу этим. И у меня мгновенно высвечивается ответ. Не то, что я вижу, а я внутренне. Он сразу поднимается, у меня на ней лежат. Я как будто книгу листаю. И когда вот люди размышляют или что-то думают, спонтанно. У меня нет. У меня в голове слагается именно предложениями, четко, ясно, точка, как если бы я записывал свои мысли, это были бы тома книг, размышлений. Я только иногда это даю. Вот сижу, я сегодня размышляю о том-то во время обеда. Ну, а что об этом думать? Но я сравниваю с этим. Называется экстраполяция событий и перенос именно на себя. Какую роль это сыграло во мне? Во мне много что осуждается. А вы приводите пример людей, которые даже не христиане. Привожу. Я привожу от Мартина Лютера. Привожу от католиков что-то. Привожу от мусульман. Да мало ли какие люди. Я беру хорошее. Я знаю, что дух дышит где хочет. Но не призываю никого к этому. Я просто наполнен этим. Как сосуд полный вином. Так Бог мне дал. Это его, это не мое. Это Божья благодать, и отрицаться от нее я не могу. Благодарю, что пришли, что поговорили. Спаси Христос. Ну, все, да? С миром отхожу. С Богом. Да. Ну, имей в виду это, можете устроить встречу. Хорошо. Вы знаете, какое время. С Богом.